Самый трогательный и эмоциональный праздник. День матери в этом году отмечают 25 ноября. Администрация столицы и Союз женщин Чебоксар организовали немало мероприятий. Одно из них состоялось в 172-м детском саду. Здравствуйте, меня зовут Ольга Алексеева, я редактор национального телевидения Чувашии. Но еще я мама двух замечательных детей, Михаила и Анны. И прямо сейчас такие же мамы, как и я, участвуют в конкурсе «Мисс Мама». Среди участниц конкурса девушки самых разных профессий. Банковские работники, бухгалтеры, врачи, маникюристы, воспитатели. Но объединяет их всех вместе одно слово – «мама». Самое главное для современной мамы – это идти в ногу со временем. Быть очень развитой, умной, владеть современными технологиями. Быть не только красивой, начитанной, но еще и обязательно подтянутой. Примером для своих деток. Хочу посоветовать, пожелать всем молодым, чтобы они рожали, создавали семьи, потому что это очень прекрасно. Главных навыков мамы – это то, как и что она готовит. Участницы конкурса приготовили любимые блюда своих детей. Ольга Арсентьева в свое творение добавила главный ингредиент – любовь. «Это чувство живет во мне и процветает», – отметила участница. И несмотря на то, что она уже мама троих детей, останавливаться на этом не собирается. Самое главное в нашей жизни – это мама. И быть мамой – это на самом деле такой прекрасный дар природы. Быть мамой – это на самом деле большое счастье. Маму, дети, соберу, и мамуле подаю. Праздник моя родная, ты одна у нас такая. Каждая участница конкурса «Мисс Мама» победила в своей номинации. Но главное для них не победа и не участие. Не важны профессия, должность и образование, отметили они. Самое главное – это семья и дети. Матушка Богородица, Дева Святая Мать, ты научи, взываю я, матерью, как мне стать. Ольга Алексеева, Игорь Зверев, «Республика».